Всем здравствуйте, это косуля сибирская, два штука. Эх, не вижу, на коне трясет. Вон животинка ходит, вон ходит. И вот тут вот что-то. Кишки, не кишки, сейчас подъеду, посмотрю, сороки слетели. Нет, не кишки. Пытались поле молотить, видимо. Да, ворон? Вкусно? Ворон-то кишки у меня не ест. Не приучил его вообще к этому. Вот так вот. Сегодня 31 декабря. Время 10:39. На улице около 20 градусов, даже холоднее, наверное. Борода у меня замерзает. Едем с вороном, как обычно, по старой традиции, в лес. Ну ладно, не кишки раз, поедем дальше. Потом доеду до места, засниму. Для чего я все-таки еду-то в лес? Ну, а так, если интересно, вон они, животные. Бежали. Охраняют у них. Ну, я перепись веду. Вот так вот тут. Ладно. Пока все. Идем по следам лосей. Сзади-то меня много было нахожено. Возможно, здесь где-нибудь в лесу лежат. Я замерз, короче, вообще уже. Такое чувство, что у меня щека обморозилась. Громко не буду говорить. Там должны быть камышики какие-то в лесу. Попробуем подъехать. Заснять получится, не получится. Уж на камеру не знаю. Может, хоть так посмотрю сам, вам расскажу. Нахожено было много, как я понял, лосиха с двумя лосятами. А может, кто-то с одним, не знаю. Там все в крест было, они кусты кушали, ходили. Так что вот так вот. Идем. Вот такая вот местность в этом лесу. Лежат. Туда на край поля. Туда вообще болото. Молодняком заросшее туда. Просто так не залезешь, если и залезешь туда. Дальше 20 метров ничего не видно. А, осями было в крест, короче, нахожен. Вот опять следы. И вот следы. Что-то вот этот след-то вроде уже бегом. Может быть, мы ворон не увидели, да? Причем тут вроде как не один. Похоже, спугнули мы лося все-таки. С дальнего края. А, нет, этот след навстречу нам. Навстречу. Бежал туда. Поедем искать туда. Эх, вот это все, блин, еще на голову сыпется. Вообще неинтересно. Ладно, сейчас еще в той стороне съездим. На тот угол леса посмотрю и поедем дальше по своим делам. Получится заснять, получится, не получится, ну не получится, что теперь сделать. Ну вот, мы прибыли с вороном на место. Наконец, кто видео смотрит или когда-то смотрел, тот узнает это место. Осинки только сломались. Солонец, это, в общем, мой
старый. Следов тут свежих нет. Но старые есть лосиные. И вот это место, я так понимаю, все от снега было выбито не так давно. То, что такой большой перепад. И тут снега-то буквально. Че он, ерунда. Снега тут вообще ерунда. Получается, зверь-то сюда ходит. Ага. Вот он, не камешек мой. Да, лизали там аж до земли. Это хорошо. Ох, холодно, холодно. Вот так вот я сейчас выгляжу. Дома посмотрю, как это. Ворон у меня тоже инеем покрывается. Нифига, уже не 20 градусов, еще холодает. И вот мешок с подарочками. Сейчас я его выгружу, раздарю. Побегаю, попрыгаю здесь, ноги отогрею. И поедем с вороном домой. Время уже первый час пошел. До дома нам еще часа полтора ехать. Видео, если сегодня выложу, то всех с наступающим Новым годом. Главное — здоровье. Ну и всего-всего остального сопутствующего. Если завтра выложу, то уже с Новым годом. Ну, либо с наступающим, либо с новым. Ну, вы меня, в общем, поняли. В общем, всего доброго. Если что еще будет интересное, выйду на связь. Если дорогой ничего не будет, то и не выйду. Руки сильно мерзнут, ноги замерзли. Сейчас отогреемся и прямиком бегом домой. Ну, вот так вот. Будем дальше следить за Солонцом. Всем пока. Вот оси тут метки свои оставляют. Подошел. То ли почесался, то ли погрыз. В общем, она вон вся от самого низа. Сосенка. Ну-ка, ворон, давай еще второй кружок. Стой. Вот она, высоко. Метра на два, наверное. И шоркана. Вот такие вот дела. Но лосей мы пока не встречаем. Но следы есть. Ладно. Едем дальше. Сейчас глухарка вылетела, но далеко. Там еще будут впереди одни сосенки. Может быть, ось оказаться и там. Так что вот так вот пока едем дальше. Айда. Быстрее.